Good afternoon. Доброе после обеда. I see you fanning. Я вижу, вы машете себе в лицо чем-то. And I'm drinking cold water. Я выпила глоток воды. And I think, I bet they would love it if I just come by and sprinkle them with my cold water. Я подумала, может быть, всех окрестить, обрызгать так холодной водой сейчас. So I am excited about getting to teach you because I know that what you learn, you'll teach others. Я с радостью и с нетерпением хочу преподавать вам, потому что знаю, что то, что вы узнаете здесь, вы пойдете и будете преподавать другим. Some of the women told me that after lunch they practice creation, fall. Некоторые из женщин сказали мне, что после обеда они пошли и тренировались. Что значит творение, падение и так далее. And then what comes next? И помните, что дальше? Show me. Покажите. Nations, Shem, Ham, Japheth. Good. Молодцы. All right, now. Можно эхо убрать как-то, мне кажется, so, звучит плохо. What I want to do is I want to take you to the second one that we want to remember, and that is it's creation and then what? Сейчас мы займемся вторым событием. Помните, what? Творение первое событие, yes, второе good. Какое? I like the body language. It's the fall. The fall. Okay. So God created man. Итак, Бог сотворил человека по своему образу. But something happened to man. Но что-то произошло с человеком. And that's recorded for us in Bereshit, the beginnings. И это записано для нас в книге «Начал». Right. So I want us to go to Genesis chapter 2. Поэтому мы обратимся сейчас к книге «Бытие», глава 2. We're making great progress, aren't we? We've gone one whole chapter. Послушайте, у нас прекрасный прогресс. Мы переходим во вторую главу. Но нам нужно увидеть то, что происходит в Бытие, вторая глава. Now, all of this will help you understand Esther better. Это все поможет нам понять книгу Эсфир лучше. Okay, so hang in there with me. Поэтому держитесь. All right. So in Genesis 1, he gives us the big picture. Итак, в Бытие 1 у нас большая картина, большой контекст. In Genesis chapter 2, he's going to come in and he's going to do a close-up. А в Бытие 2 глава — это своего рода такая близкая съемка. And he's going to show us more about the creation of male and female. И Господь во второй главе в подробностях покажет, что значит, что был сотворен мужчина и женщина. Now, let me just stop for a minute and say there's a big horrible problem that is changing the culture of America. Давайте я остановлюсь сейчас и немного расскажу вам о том, что есть большая, ужасная проблема, которая имеет место в Америке. And it's unbelievable that it's happening in our country. И это невероятно, что в нашей стране такое может происходить. Except for one thing. За исключением одного нюанса. Christians have not taken their Christianity seriously. Христиане не всерьез восприняли и воспринимают свое христианство. They have not been studying the Word of God the way they should. Они не изучали Слово Божие так, как нужно было. And so now what we have is a transgender movement. И сейчас мы получили это движение трансгендерное. And they are making laws. И они сейчас продвигают законы, that are telling us we cannot tell our children that they are a boy or a girl. К примеру, чтобы мы не смогли нашим детям сказать, что они являются или мальчиком, или девочкой. They're saying that the child can decide, что ребенок сам должен потом решить, whether he wants to be a he or a she. Может он быть тем, кто называется он или она позже. If they knew what Genesis 1 said, если бы они знали и приняли, что написано в Бытие 1, if they believed that, если они принимают то, что написано в Бытие 1, то тогда не возникает никакого вопроса.
When I was going to Bible school after I became a Christian. После того, как я обратилась ко Христу, я училась в христианском заведении. I worked in delivery. Я работала в то же самое время я работала в роддоме. We didn't have all the tests that you could get before that would tell you whether you were going to have a boy or a girl. У нас были все эти тесты до рождения для женщин, чтобы определить, будет ли у нее мальчик или девочка. So when the baby was born, так что когда ребенок рождался, we looked at the baby, мы смотрели на ребенка, and we said, this is a boy or this is a girl. Мы смотрели и говорили, о, это мальчик, или говорили, о, девочка. So now in the United States they want bathrooms. Сейчас в Соединенных Штатах они хотят и туалеты, that are gender neutral, которые были бы нейтральными. If their little boy feels like he wants to be a little girl, чтобы этот маленький даже мальчик, если он чувствует, что он хочет быть девочкой, they can say I'm a girl and they can play sports with the girls. И он может сказать тогда, что а я хочу быть девочкой, и он может пойти и в спорте выступать против девочек в женском спорте. Но проблема даже в спорте в том, что мальчики сильнее девочек. Петр, апостол Петр в первом своем послании говорит нам. So everything is messed up because they don't know the word of God or they don't believe the word of God. Друзья, все это происходит и перемешивается, переворачивается просто, когда люди не знают или не хотят просто знать Слово Божие. And they're not enough Christians. И они не христиане. Who know the word and who understand the word and who are strong and courageous to stand for truth. А христианам необходимо знать Слово Божие, стоять на Слове и стоять за это Слово Божие. We need more people in the United States of America like you. Нам в Соединенных Штатах нужно больше людей, таких как вы. I have been absolutely astounded and blessed by hearing story after story. Я просто ошеломлена и благословлена слышать историю за историей от вас. Of the fact that once you learned the truth, you did not keep it to yourself. Например, о том, что когда вы узнаете истину, вы не бережете ее только для себя. But that you have boldly and courageously taught it. Вы смело и безбоязненно идете и преподаете другим. You have not just told others. Вы не просто говорите другим. But you are teaching them how to discover truth for themselves. Но вы учите их, как найти эту истину лично для них в Слове. So before we open God's book to Genesis chapter 2, let's... Поэтому прежде чем мы обратимся в Слово Божие, в Бытие, глава 2, let's ask God to open our hearts and our minds. Давайте попросим, чтобы Господь открыл наши сердца и наши умы. And our eyes. И наши глаза, to behold wondrous things from the word of God. Чтобы наши глаза увидели прекрасное и всю красоту Слова Божьего. I love to see you stand in prayer. Послушайте, мне так нравится, что вы для молитвы встаете. Holy Father, Отец Святой, Almighty God, Всесильный, Могучий Бог, Creator of the heavens and the earth, Создатель небес и земли, and all things in it, и всего, что наполняет их. We come to you now, and we thank you that you have given us the Word of God. Мы приходим к тебе сейчас, и мы благодарим тебя за то, что ты дал нам Слово Божье. We thank you that your Word is truth. Мы славим тебя за то, что твое Слово является истиной. And we ask you now in the name that's above every other name. И мы просим тебя сейчас. Во имя, которое выше всякого имени. In the name of your Son, the Lord Jesus Christ. Во имя твоего Сына и нашего Господа Иисуса Христа. To give us wisdom and understanding and the knowledge of you. Дать нам мудрость и понимание в познании тебя. Help us to understand your truth and to proclaim it in season and out of season. Помоги, Господи, нам понимать твою истину и провозглашать ее во время и не во время. And when necessary, as you said in 2 Timothy. И когда необходимо, как ты сказал во втором послании к Тимофею. May we show people and reprove them and rebuke them and exhort them.
Покажи, Господи, как нам обратиться со словом к людям, чтобы обличить их, научить, наставить и исправить. With patience, with long suffering. С терпением и с долготерпением. And sound teaching. И со здравым учением. Teach us, O teacher, and we will teach those you send us to. Господи, учи нас также и научи, как можно научить тех, которых Ты пришлешь к нам. And we thank you, Father. И мы благодарим Тебя, Отец. That we are asking what is pleasing to you. Потому что мы просим то, что угодно Тебе. And we are asking in faith. И мы просим это все с верой. And we know that you will honor that. И мы знаем, Господи, что Ты оценишь это. Bring forth in this time we have before dinner what you want us to know. В это время до ужина открой нам и дай нам то, что Ты хочешь, чтобы мы знали. That will be our foundation. Чтобы это было нашим основанием for life. Для жизни. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Okay, thank you so much. Спасибо. All right, now, and I'm going to do this briefly. In I'm going to do this briefly. You want to tell them? Я хочу это вкратце сказать вам. In Genesis 2, Бытие 2, God comes in on the creation of man and woman. Бог приближает свой объектив на события, это создание мужчины и женщины. And he tells us that first he makes man. И он говорит, что сначала он создал мужчину. And then man is naming the animals which he's already created. Мужчина дает название всем животным, которые уже сотворены. And he looks at man. И потом Бог смотрит на человека. And he says, it's not good for man to be alone. Бог смотрит и говорит: послушай, а вот это нехорошо, чтобы человек был один. Now listen to what he says. И послушайте. Genesis chapter 2. Что Бог говорит дословно. Бытие 2 глава. Verse 18. 18 стих. Read it out loud. From your in Russian. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. So God is going to make a helper suitable for him. Так что Бог собирается создать помощника, подходящего или соответственного ему. The word suitable is like your fingers coming together. Подходящий — это как если бы вы с двух рук вот сдвинули две ладони, и пальцы подходят друг к другу. It's like a counterpart. Это как бы твоя вторая половинка. A complementer, they add to. Тот, который помогает или дополняет тебя. Holes here, like a completer. До полноты, тот, который делает тебя полным абсолютно. So what does he create? И таким образом, что же создает Господь? Кого? Verse 22. 22 стих. The Lord fashioned into a woman the rib which he had taken from man and brought her to the man. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И слово создал в английском слово фасон. All right. So he makes a counterpart, так что a completer, Бог создал дополнение, вторую его часть. So usually where the man is strong, the woman is weaker. Where the woman is stronger, the man is weaker. So they fit together like вот, this. Вот как это работает. Там, где мужчина сильнее, там женщина слабее. Там, где женщина слабее, там мужчина сильнее. And many of you know that because you're not as like, you're not, your husband is not is the same as you thought he was going to be. He doesn't see everything your way. И многие из вас знают и понимают, о чем я говорю, потому что у вас, например, ваш муж, он не такой, как вы себе его представляли, и он не смотрит теми же глазами, как и вы на вещи. So God often puts us together with opposites so that we're stronger. И Бог часто вот таких отличных людей ставит вместе в брак, чтобы мы стали сильнее. Okay. Now He places Adam and Eve. И таким образом Бог устанавливает Адама и Еву. Adam, Adam means man. И Адам это мужчина. Eve is explained to us at the end of Genesis chapter 2. И в Бытие 2 глава рассказывает нам о Еве. You name her Eve because she is the mother of all living. И она названа Евой, потому что она мать всех живущих.
If you and I could trace our genealogy all the way back to the beginning. Если мы с вами могли в нашей родословной вернуться на самое начало. Adam would have been our father. То Адам был бы нашим отцом. And Eve would have been our mother. И Ева была бы нашей мамой. Okay. Now he places them in the garden. Бог устанавливает их обоих. And he gives a command to the man. В саду. И мужчине он дает вот это повеление. And look at verse 16. 16 стих, посмотрите. He says, from any tree of the garden you may freely eat. И Бог сказал человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. But, но, from the tree of the knowledge of good and evil, от дерева познания добра и зла не ешь. In the day you eat of it, потому что в день, который ты вкусишь, you will die. Okay? So that's what he tells them. Вот что он говорит им. Right. So Genesis 1, поэтому God бытие один. Speaks and Бог he creates. Говорит и это okay. Творит. Это творение. Now in Genesis chapter 3, бытие 3, what we see что is мы видим? The what? Мы видим второе событие. Что? What? Падение, yeah, the fall. The fall. Okay. So how does the fall happen? Как происходит это падение? All right. Genesis chapter 3, verse 1. Бытие, 3 глава, 1 стих. And we see a character we have not seen in the first two chapters. И мы видим здесь то, чего мы не видели в первых двух главах. It's a serpent. Это вот этот змей. And it comes walking into the garden. Вот змей приходит в этот сад. Not slithering. Он, but he comes walking into the garden. Он не ползет, он приходит, написано. And he was more crafty than any beast of the field. И он был хитрее всех зверей полевых. And he said to the woman, и он сказал жене, has God said, неужели Бог сказал, you shall not eat? Of any tree. Ты не будешь есть от этого дерева. Evil, you shall not eat of the tree of knowledge and good and evil. Неужели Бог так сказал? Не будешь есть от этого дерева познания добра и зла? And the woman said, и женщина сказала ему, from the fruit of the tree of the garden we may eat. От плода дерева из сада but мы from будем the fruit есть. Of the tree, which is in the middle of the garden. А только плодов дерева, которое среди рая. God said, Бог сказал, you shall not eat. Не ешьте их. Or touch it. И не прикасайтесь. Because you might die. Потому что если нет, то умрете. God said, you will surely die. А Бог говорит, да-да, действительно умрете. So then the serpent says. И тогда змей говорит. Verse 2-4. Со второго по четвертый стихи. The serpent said to the woman, "You will surely not die." Вот четвертый стих, и змей сказал жене: "Нет, конечно, не умрете." So what is the serpent saying? Таким образом, что же на самом деле говорит змей? In essence, he's saying God's lying to you. Он говорит, по сути, Бог вам врет. Ешьте. You're not gonna die. Вы не умрете. Now watch what he says. Смотрите, что он говорит. Пятый стих. For God knows in the day that you eat from it, your eyes will be opened. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются ваши глаза. And you и вы shall be like God. Станете как Бог. Knowing good and evil. Зная добро и зло. What is the serpent doing? Что делает змей здесь? What's the serpent doing? Что он делает? Скажите вы. Shout it out in one or two words. Просто выкрикните. Скажите. Tempting, tempting and lying. And lying. Yes. Да, искушает и лжет им. What were the serpent's first words that are recorded in the Word of God? Давайте заметим, какие же были первые слова этого змея, которые записаны в Слове Божьем. Первое предложение. Какое это было предложение? What?
Did God really say? Yes. Big question mark. Do you Большой have question mark? Большой знак вопроса. Вот что он сказал. Big question. He's challenging the word of God. Он бросает вызов Слову Божьему. He's saying, did God really say that? Он говорит, по-настоящему Бог так сказал? And that's what he's still doing today. И дьявол то же самое делает сегодня. Is the Bible really the word of God? По-настоящему Библия Слово Божье? Is that really what God said? По-настоящему это то, записано, что Бог сказал? Surely God does not mean that. Ну, конечно, Бог не имел это в виду. God's trying to make you unhappy. God's trying to make you unhappy. Бог пытается лишить тебя счастья. God wants you to be independent. He knows that you should make your own decisions and name what's right and name what's wrong. Бог не хочет, чтобы ты был независимым, и Бог хочет, чтобы ты решал, что такое хорошо и плохо. You know the story, I'm sure you've read it. Вы знаете эту историю, вы читали ее, конечно. What does the woman do? Но что делает женщина дальше? Here's the tree. Вот дерево. She looks at the tree. Она смотрит на She это looks дерево. At the fruit. Смотрит на фрукт. She saw the fruit. На этот плод. Она его увидела. She saw that it was delightful. Она увидела, что он так прекрасен. She saw that it was something that would make her wise. И она подумала, что этот плод сделает ее мудрой. She takes of the fruit. Она берет этот плод. She eats the fruit. Она ест его. Он говорит, эй, это прекрасно, бери. Have a bite. Возьми, попробуй. And he has a what? И он что what делает? Happens to him? Что делает? What happens? Он That ест. Day, sin enters into the world. В тот день грех вошел в этот мир. And there's a verse in the New Testament and says, Есть стих в Новом Завете, который говорит нам, Sin enters into the world, что грех входит в этот мир, and by sin, и через death. Грех смерть. So then death passes to all men, и тогда смерть переходит ко всем людям, all have sinned. Потому что все согрешили. So when Adam and Eve have a baby, и когда у Адама и Евы рождается ребенок, какое имя у этого человека? What's their first baby's name? Как звали первого их ребенка? Cain. Cain. What does she give birth to? Кого она рождает? Как сказано там? A little sinner. Маленького грешника. Вот кого она родила. What did you give birth to? Когда ты родил кого-то, кто A у тебя little родился? What? Маленький? A little sinner. Грешник. Do you have to teach your child to tell a lie? Нужно твоего ребенка учить, как no, говорить ложь? No, you have to teach him to tell the truth. Ты учишь его, как говорить истину. And the sooner you teach him, и когда ты учишь его, the better it is. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. In the United States of America, if you punish your child or pat them on the bottom rather hard, You're in trouble. В Соединенных Штатах, если ты дашь ребенку пару раз по мягкому месту, то ты будешь в проблеме. But God tells us in Proverbs, if you Но Бог говорит в книге притч, что then, если ты бережешь розгу, то тогда ты создаешь проблему, потому что вырастешь ужасного человека. Okay. So sin enters into the world. И грех таким образом входит в этот мир. Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. Write it down in your Bible. Если этот стих у вас не указан, Next to verse 7. То напротив, Бытие 3, 7, можешь написать на полях Write Romans 5, 12. Римлянам 5, 12. And this will help you. И это поможет тебе. Когда ты откроешь этот текст, чтобы кому-то прочитать или рассказать, напротив него у тебя будет эта перекрестная ссылка. И мы уже цитировали содержание этого стиха, что через одного человека грех вошел в мир. И через грех смерть вошла во всех. So we are born in sin. Поэтому ты рожден уже в грехе. Okay.
So in Genesis chapter 3, в Бытие, 3 глава, the fall of man, right? Мы находим падение человека. And we have the fall of man because man listened to the what? И падение произошло у человека, потому что кого послушал человек? Yeah, to the serpent, right? Правильно, змея этого. Okay. So this is what, whoops, I'm sorry, I'm fine. All right, so this is what I need. Теперь вот что мне нужно. Okay. Who speaks English? Кто говорит по-английски? Okay. I want you. Подойди сюда ко мне, пожалуйста. Okay. And then I'll take you. Вот выберем тебя. Okay, we're going to get into Genesis chapter 3. Бытие, 3 глава. Okay. So you are going to be the serpent. Okay. All right, and you are going to be, well, I'll tell you in just a minute. All right. Look at Genesis 3 verse 15. Итак, Бытие 3:15. This is a critical verse in the Bible. Это важнейший стих в Библии. All right. This is when God turns. I said you're going to be this. Okay. When God turns and he says, I don't, wait a minute. I'm sorry. Oksana. I need Oksana. Sorry. Okay. You stand right over here for a minute. Here? Yes, just right there. Okay. All right. So in Genesis chapter 3, verse 15. Итак, Бытие 3:15. God pronounces a curse on the serpent. Бог произносит проклятие на змея. And then in verse 15, this is what he says. И в 15 стихе он говорит следующее. He's talking to the serpent. Говоря к змею. So I'm going to be God since I'm teaching. Я буду в роли Бога, я же учитель. He's talking to the serpent. А вот okay, ты so будешь. You go like this. Вот так, okay, ты будешь so змеем. Serpent. Это змей наш. And he says, I am going to put enmity between you and the woman. И Бог говорит, и я установлю yes, yes. вражду yeah, между yeah, go, тобою good, good. И между okay. женою. Be careful, she's taekwondo. Осторожно, она может дать. Okay, I'm going to put enmity between you and the woman. И будет вражда между тобою и между женою. Between your seed. Между твоим семенем. And her seed. И ее семенем. All right, so come on up here. I should have reversed this. You're the husband, but anyway. I hate to do this to you, but anyway, okay. All right, so he's going to put enmity Итак, between the serpent and the woman. Между змеем и женщиной. Between, and this is very important. Step down one step. Между. And turn around. And between the serpent's seed. Семенем змея. So the serpent is going to have a seed. Так что у змея таким образом будет семя. And between the woman. И между. I'm sorry. Forgive me. Okay. I don't want you, Sally. Okay. Here. I'm going to move you over here. Okay. I need another man. Еще один мужчина, кто говорит по румынски. Okay, come on. Простите, английски. Woo! Woo! Okay. Forgive me, I didn't plan this well enough. Okay, tell him I said that. Да, простите, я нехорошо спланировала. Okay. Меняем здесь роли. So he's going to put enmity Итак, будет вражда between the serpent между and the woman. Змеем и женщиной. Enmity. Okay. Вражда he's будет. Going to put enmity и будет также вражда between the serpent's seed. Между семенем this is the serpent's змея. Seed. Это семя змея. And the woman's seed. И so семя enmity. Жены. Yeah, you. Yeah, okay. Вот так. Okay, the Taekwondo champion of the Итак, world. Чемпион мира по тхэквондо. So there's enmity between them. И сейчас посмотрим. So what do you see? Что вы видите? The serpent has a what? У змея тоже есть. The serpent has a seed. Семя. Right? And the woman has и a seed. У жены есть семя. All right. Now look at your Bibles. This Посмотрите is в вашей Библии сейчас. Okay. Now look at verse 15 again. 15 стих. All right, you stand there. Вы just стойте like так. That, right? Стойте так. I am going. I will put verse 15. Look at your Bible. 15 Don't look стих. At them for a minute.
Смотрите в Библию сейчас, хорошо? Okay. Just look at your Здесь Bible. Ничего не произойдет сейчас. Look Смотрите в Библию. Okay. В Библию смотрим. I will put enmity between you and the woman. Вражду положу между тобою и между женою. Between your seed and her seed. И между семенем твоим и между семенем ее. Okay. So this is very crucial. Это важно, критически важно понять. So the serpent is going to have a seed. У змея будет семя. The woman is going to have a seed. И у жены будет семя. And there is going to be enmity between the woman's seed and the man's seed and the serpent's seed. И будет также вражда между семенем жены и семенем змея. Now look at the next line. Look at your Bible. Следующая строчка. Смотрите в Библию, пожалуйста. Look at your Bibles. Смотрите Библию. Вы меня слышите? Okay. All right. And it says, "He shall bruise you on the head." Оно будет поражать тебя в голову. Okay. Who's the he? Кто это оно? The woman's seed. Семя жены. Okay. And what is the woman's seed going to do to the serpent's seed? Что сделает семя жены? Right. He's going to bruise him on the head. Поразит в голову. Okay. Go ahead. Okay. He's going to bruise him on the head. All right. Good. Good. And so, what he is going to do? What is he going to do? А что будет семя змея делать? Yes. Good. He's going to bruise him on the heel. Будет поражать его просто в пяту. Where would you rather be bruised? Хорошо. On the head or the heel? Где бы ты хотел, чтобы тебя поразили лучше, Where? В голову или в пятку? On the head or the heel? Что бы ты выбрал? Yes, yes. Heel is a small part of the body. Конечно, лучше пяту. The head's going to control the whole body. А голова это значит все же. Okay. So now watch. Теперь смотрите. And listen carefully. Послушайте внимательно. Who is the seed of the woman? Кто это семя жены? Who is the seed of the serpent? Кто семя змея? The seed of the woman is going to bruise what? Семя жены поразит в голову семя змея. The serpent is going to bruise the what? А змей будет поражать. Oops, sorry. What form of death? Bruises the heel. Stop and think. What form of death? What kind of death bruises the heel? Какая смерть должна это быть, чтобы поражение было в пяту во время смерти? Do you know any means of execution that bruises the heel? Вот какая казнь включала поражение пяты? What? Crucifixion. Yes. Распятие. Good. Правильно. Распятие. Okay. So when they crucify them, поэтому когда они его распяли, they nailed their hands прибили гвоздями to the crossbar. Руки ко кресту. And then they take the crossbar, excuse me, and they put it in an upright. И потом, an upright beam. Потом поднимают небольшое бревно как перекладину. Maybe you've sung the song on a hill far away stood an old rugged cross. Знаете эту песню Старый крест виден мне? That's not biblical. Вот это на английском. It's not according to the Bible. Слова не совсем соответствуют Библии. Jesus was not crucified on a hill far away. Там сказано на далёком холме. Христос не был распят на далёком холме. When the Romans crucified them, they did that along the road. Когда римляне распинали кого-то, они распинали прямо у дороги, не на далеком Where I have to travel. Там, где люди ходили. So I'm traveling on the road. Вот я, как путник, иду Here's по дороге. A man that has been crucified. А этот человек был распят. Here's a man that's been crucified. Вот он был распят. Okay. Before he's been crucified, Прежде чем he's этот человек был распят, его избивали, мучили, и так избивали на спине, что куски мяса висят просто со спины. А когда его руки поднимали cross, и прибивали их ко кресту, он оставался висеть, и он не мог дышать, потому что он не мог набрать больше воздуха из-за того, что висит. So what they would do is И что они делали? They would take
the legs, the knees, and jack them up. Они брали колени и поднимали like ему this. Колени немного, вот так. One behind the other. Один на другой. And drive the nail through the heel. И забивали гвоздь в стопу, который шел через пяту. So every time he wants to breathe, чтобы каждый раз, когда он хотел дышать и набрать воздух, он должен был ногами толкнуть немного себя вверх, чтобы можно было набрать воздух, грудную клетку набрать, потому что в висячем состоянии не мог набирать. Поэтому каждый вдох — это пытки. Psalm 22 describes that torture. Псалом 21 рассказывает нам, какие это пытки были. Okay. And it says, all my bones are out of joint. И там сказано, что все кости мои вывернуты. Because when they drop him, he's only nailed to the crossbar, потому and что, so his shoulders go out of joint. Поэтому, когда они поднимают этот крест, and he's in agony. И он падает в подготовленную дыру, буквально вывихнуты плечи, получается. So feet, и тогда они прибивают гвоздем его beating, стопы, чтобы он мог толкать he's себя вверх каждый раз, когда хочет against, дышать. Он толкает себя вверх, спиной упираясь в этот столб. Psalm 22 says, "I can count all my bones." И Псалом 21 говорит, я могу пересчитать все мои кости. And that's the way he lives until they come along and they put a spear in his side and he dies. И он живет вот такими мулками и пытками до того момента, когда его. I'm sorry. That's. I'm sorry. Yeah. Forgive me. That's when they break his legs. И обычно, что делали, этот распятый мучился так до того момента, пока не подходили и не перебивали ему голени. So now he can no longer breathe. И когда голени перебиты, он не может себя толкнуть вверх и не может набрать еще один вдох. And he will die. И так он умирал. And then they will come along and put a spear in their side if they're not sure they're dead. А потом они приходили и копьем пробивали ему в грудную клетку, если они не уверены, что он умер. So this is what they were doing to Jesus. Вот это все они собирались делать Иисусу. Who is Jesus according to Genesis 3:15? Исходя из Бытия 3:15. Who is Jesus? Кем является Иисус? The seed of the woman. Very good. Семя жены, правильно. And what happens in this death? И что происходит в его смерти? He bruises the head of the serpent. Своей самой смертью он поражает семя змея прямо в голову. Because Jesus, who knows no sin, потому что Иисус Христос, не знавший греха, is made to be sin for you. Он стал грехом за тебя. Is made to be sin for me. И стал грехом за меня. And God takes the sins of all the whole world. И Бог берет грех мира from Adam and Eve, от Адама и Евы and puts them on Jesus. И ставит на Иисуса. 2 Corinthians chapter 5. 2 Коринфянам 5 глава говорит Jesus, нам. Иисус, who knew no sin, который не знал греха, was made to be sin for был you сделан and me. В русском не сказано напрямую, но сказано в других переводах, грехом стал за so нас. That you and I might have the righteousness of God. Чтобы ты и я стали праведностью Божьей. So that our sins could be paid for in full. Чтобы наши грехи были заплачены сполна. So Jesus paid our sins in full. Вот так Иисус заплатил за наш грех when he's сполна. Hanging on the cross, он висит на кресте. What does he scream? И что он выкрикнул? Eli! Eloi, love us the fuck thee. Eloi, my God. Мой Бог, зачем my ты меня God, оставил? My God, why have you forsaken me? Почему ты меня оставил? Who is this? Кто этот? Who is this? Кто он? It's the Son of Сын Божий. It's the seed of the woman, of the virgin birth. Это семя жены.
And God in the crucifixion и Бог has taken your sins and my sins в распятии взял твой грех и мой грех и положил на Иисуса Христа. The wages of sin is death. И плата за грех — это смерть. Смерть есть разделение. Forever. Навсегда. So when Jesus does this for you and поэтому, for me, когда Иисус делает это, исполняет это за тебя и за меня, what gives Satan his power, то, что было силой дьявола, сатаны, what gives Satan his power, что дает сатане силу, is your sin. Это твой грех. But if your sins are paid for in full, ну а если за твой грех сполна заплачено, then Satan has no power over you. Тогда уже у сатаны нет силы над тобой. And this is what you see in Hebrews chapter 2. Вот это видно в послании к евреям, глава 2. So this is the first promise. Итак, это первое обещание of the gospel of Jesus Christ. Евангелия Иисуса Христа. And what I want you to see, and this is very important, и что я хочу, чтобы вы увидели, и это очень важно, is that as a woman has a seed, and that seed is Jesus, что так как у женщины есть семя, это, этим семенем явился Иисус Христос, the serpent has a seed. У змея тоже есть семя. Let's look at that seed. Давайте посмотрим. Okay? Thank you. All right, let's и увидим, что является этим семенем. All right, now I want you to go to John chapter 8. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, глава 8. And what we're looking at is the fall of man. И помните, мы с вами сейчас рассматриваем падение человека. Как мы говорим часто, грехопадение человека. All right, and put your finger there. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава. Можете держать эту главу рукой. And you have Jesus talking to, the Jews. В 8 главе Иисус Христос разговаривает с иудеями. And in verse 34 he says, и в 34 стихе Иисус им говорит, to those who are saying, we are Abraham's descendants. Те, которые Иисусу Христу сказали, мы из Авраама, мы дети Авраама. Jesus says, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. Иисус отвечал им в 34 стихе, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. And then he says, the slave does not remain in the house forever. И далее он говорит, но раб не пребывает в доме вечно. The son remains. А сын пребывает. And so what he's showing is that when you have a household, eventually the slave goes away, but the son never goes away. То, что показывает Иисус Христос иудеям здесь, это картину дома. Вот в доме есть и дети, есть и рабы. И будет момент, когда рабов отошлют. Они не останутся там навсегда, а вот дети остаются. And then verse 36, he says, if the son shall make you free, и поэтому в 36 стихе он говорит, если сын сделает вас свободными, освободит вас, то вы поистине свободны будете. Verse 34 says, if you keep committing sin, then you are a slave of sin. Здесь сказано, что если ты повторяешь этот грех и живешь в нем, то ты раб греха. But who can set you free? Но кто может освободить тебя? Who can set you free? Кто может тебя освободить от греха? Jesus. Иисус. When I got saved, когда я была спасена, I fell on my knees. Я пала на свои колени. And I said, God, you can do anything you want for me. Я сказала, Боже, ты можешь сделать все, что ты только захочешь. I couldn't stop sinning. Я хочу остановиться грешить. And so what happened when I got saved is God broke the power of sin in my life. И что произошло тогда, когда я была спасена, Бог разорвал цепи греха в моей жизни. And I was able to say no to sin. Я освободила от силы греха, так что я была в состоянии уже сказать греху нет. Because when I got saved, the Holy Spirit came inside of me. Потому что когда я была спасена, Дух Святой сошел на меня.
And the Holy Spirit enabled me to say no to sin. И Святой Дух сделал меня способной сказать греху нет. All right, now as Jesus is teaching this. И вот когда Иисус преподает это. In John chapter 8, verse 44. В главе Евангелия от Иоанна 44 стих. These descendants of Abraham. These Jews that are saying we belong to Abraham's seed. Эти потомки Авраама, иудеи, которые сказали, мы дети Авраамовы. Says in essence, oh no, you don't. Иисус говорит им, о нет, на самом деле нет, вы не потомки Авраама. Look at John 8:44. Смотрите, 44 стих из Евангелия от Иоанна, 8 глава. He says, you are of your father, the devil. Вы от вашего отца, дьявола. I mark the devil with a red pitchfork in my Bible. В моей Библии я отмечаю дьявола всегда вилами такими красного цвета. And you want to do the desires of your father. И Иисус говорит им, и вы хотите исполнять желания отца вашего. He, your father, он, ваш отец, was a murderer from the beginning. Был человека-убийцей от начала. So what is he saying? Come back up here. Come back up here. You, my serpent. Да, где мой змей? Good, good, good. Хорошо, молодец. Right. The serpent is going to have a what? Вот, у змея будет... The serpent's going to have a what? Что будет у змея? A seed. Семя. So Jesus is turning around and he's saying to those Jewish men, you are of your father, the devil. Помните, вот Иисус говорит здесь, вы you are the serpent дети вашего okay. отца дьявола. Watch what he says. Смотрите, что он говорит. He was a murderer from the beginning. Он был убийцей от начала. When the serpent went into the garden, когда змей пришел в этот сад, what's the first thing he does? Какое первое дело, которое он сделал? He questions the word of God. Он поставил большой знак вопроса he says, над Словом Божьим. Has God said? Он говорит, о, по-настоящему Бог так сказал? And then he contradicts the word of God. И он противостоит или противоречит Слову Божьему. Он лжет. He says, you shall not die. Он говорит, нет, вы не умрете. But he did die, right? А на самом деле right. Адам умер. Adam did die because he listened. Потому right. что он послушал Now, look змея. At what Jesus says. Вот look смотрите, at verse 44. Что Иисус теперь говорит этим людям в 44 стихе. He, the serpent, он, the devil, дьявол, was a murderer from the beginning. Был убийцей от начала. Now, this is very important. Теперь смотрите, это he очень важно. He does not stand in the truth. Он не устоял в истине, because there's no truth in him. Потому что в нем нет истины. Right. Whenever he speaks a lie, когда он только говорит ложь, he speaks from his own flesh, он говорит his own nature. По своей натуре, говорит свое. For he is a what? Потому что он кто? A liar, лжец. Now catch this. And the father of lies. И отец всякой лжи. So, the serpent has a seed. Итак, у змея есть who is the father of lies, семя, who does not abide in truth. Который не пребывает в слове, не пребывает okay. в истине. Now, go back to Genesis chapter 4. Вернемся в книгу Бытие. Genesis, no, see, right here. Четвертая глава. Yeah, I need you. Okay, all right. Оставайтесь здесь пока. All right, Genesis chapter 4. Бытие, глава 4. All right, look at verse 1. Первый стих. Now the man had relations with Eve, with his wife Eve. Адам познал Еву. She conceived and gave birth to Cain. Она зачала и родила Каина. And she said, I have gotten a man child with the help of the Lord. И сказала, я приобрела человека, ребенка от Господа. Again she gave birth to his brother Abel. И еще родила брата его Авеля. All right. And it says so, and Cain, Abel was a keeper of the flocks, Cain was a tiller of the ground.
И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Okay. So it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. И спустя несколько времени Каин принёс от плодов земли дар Господу. And Abel brought the firstlings of the fruit of his flock. И Авель также принёс от первородных стада своего. And the Lord had regard for Abel and his offering. И Господь презрел на Авеля и на дар его. But for Cain, а на Каина he had no regard. И на дар его не презрел. All right. And then the Lord said, и тогда, I'm sorry. Then the Lord said to Cain, why are you angry? So we're going to pretend. Когда Каин огорчился, Господь сказал ему, говорит, почему ты такой огорченный? If you do right, you will be accepted. Если ты делаешь правильно, будешь принят. If you do not do well, а если ты неправильно делаешь, sin is crouching at your door. Грех уже скребется у твоих дверей. And it wants to get you, and it wants to devour you. И он хочет схватить тебя и душить тебя. So that you sin, sin, sin. Чтобы ты грешил, грешил и грешил. So you must do right. Поэтому делай правильное. How do you do right? Как ты можешь это правильно делать? Why was Abel's offering accepted by God and not Cain's? Почему жертва Авеля была принята Богом? А жертва Каина не была принята. Because without the shedding of blood, потому что без пролития крови there's no remission of sins. Нет прощения грехов. When Abel brought his offering, it was a blood offering. Авель принес жертвоприношение с кровью. When Cain brought his offering, а когда Каин принес свою жертву it was Богу, of the fruit of his hands. Это были просто фрукты или плоды из его рук. Now watch what it says. Теперь посмотрите, что здесь сказано. All right. And it says, verse 4. Четвертый стих. It says, for Cain and his offering, he, God, had no regard. И презрел Господь на Авеля и на дар его. So Cain became very angry. Пятый стих. А на Каина и на дар его не презрел. Поэтому Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. And God said to Cain, why are you angry? И Бог сказал Каину, почему ты огорчился или почему ты зол? He says, if you do, why is your countenance fallen? Почему поникло лицо твое? If you do not do well, sin is crouching at your door. Если не делаешь доброго, то its у дверей desire is for you, грех. But you must master it. И он влечет тебя к себе, но ты побеждай это. And Cain, now watch. И verse 8. Восьмой стих, смотрите. Cain told Abel his brother, и сказал Каин Авелю, брату своему. And it came about when they were in the field, и когда они были в поле, and you pretend that this is Abel, представь себе, что это Авель, you rise up and what do you do to him? В поле, go against ты поднимаешься, him. И что делаешь? Kill him. Убей его, убей его. He kills him. All right. Now go next to that, write 1 John. Сейчас давайте откроем 1 Иоанна. And this will help you understand Esther, believe me. Это поможет вам правильнее увидеть, что происходит в книге Эсфир, и понять ее, поверьте мне. But not today. Но не сегодня. And go to 1 John chapter 4. Итак, 1 Иоанна, 4 глава. And look at 1 John chapter 4. I mean chapter 3. Третья глава, простите. All right. It says verse 9. Девятый стих. No one who is born of God practices sin. Всякий, рожденный от Бога, не делает или не практикует греха. Because his seed, God's seed, abides in him. Потому что семя его, Божье семя, пребывает в нем. And he cannot sin because he is born of God. И он не может грешить, потому что он рожден от Бога. So who is God's seed? Таким образом, кто является Божьим семенем, that abides in us? Который живет в нас? Who does the woman give birth to? Кому дала рождение жена? It says your seed against his seed. So that seed is a picture of Jesus. Там, где мы читали, что семя твое будет враждовать семенем ее. Вот семя жены мы увидели, это Иисус.
All right, now watch. Теперь By посмотрите. This, the children of God and the children of the devil. Вот что у нас есть. У нас есть дети Божьи и дети дьявола. Are obvious. И они очевидны. How do you know whether you are a child of God or a child of the devil? Как ты можешь узнать, являешься ли ты дитем Божьим или дитем дьявола? 1 Иоанна было написано, that you might know whether or not you have eternal life. Чтобы вы знали, имеете ли вы жизнь вечную. He that constantly commits sin is of the devil. Тот, который продолжает практиковать грех, он от дьявола. And he who does not practice righteousness is not of God. И тот, который не практикует праведность, он не от Бога. Nor the one who does not love his brother. Здесь сказано, и также и тот, который не любит брата своего. Now listen carefully, for this is the message you have heard from the beginning. Послушайте внимательно. 11 стих говорит, это та весть, которую вы слышали от начала. That you should love one another. Чтобы вы любили друг друга. This was the message of Jesus. Это была весть Иисуса Христа. Not as Cain. Не так, как Каин. Very important. Очень важно заметить. Who was of the который what? Был откуда? Evil one. Cain. От лукавого. Was of his father, the devil. Каин таким образом был от своего отца, от дьявола, от змея. Jesus said to the religious leaders, "You are of your father, the devil." Иисус также сказал религиозным лидерам, что вы от своего отца, Now, от listen, дьявола. The devil was a murderer from the beginning. Потому что дьявол был убийцей от начала. The devil does not abide in the truth, does not live in the truth. Дьявол не пребывает, не живет, не остается в истине. Right. So what do you learn from verse 12 of 1 John 3? 1 Иоанна 3 глава. Who did Cain belong to? Кому принадлежал Каин? От кого он был? Was he the seed of the woman or the seed of the devil? Был ли он семенем от семени жены или от семени дьявола, змея? And this is important, and you'll understand it better later. Это важно понять, и потом поймете больше то, о чем говорим сейчас. Cain was of the seed of the evil one. Каин был от семени лукавого. So the serpent has children. Так что у змея есть дети. And that's why Jesus turns to the religious leaders. И поэтому Иисус, обращаясь к религиозным лидерам того времени, and he says to them, you говорит, вы are of your father, от вашего отца, the devil, от дьявола. And you want to do the things, и вы хотите делать то же, что и он, of your father. Дела вашего отца. Your father was a murderer. Ваш отец был убийцей. From the what? От когда? Он from говорит. The beginning. С какого времени? От начала. Okay, so if you'll just stay there for a minute, Oksana, if you'll come back up here. Yeah. Okay, and Alexei, if you'll come up here. And turn around. Thank you. All mankind все человечество has only one father. Живет так, что у каждого есть только один отец. Your father is either the devil, твой отец или дьявол, or your father is God. Или твоим отцом является Бог. Adam and Eve, I mean, the serpent and the woman, змей и жена, had a seed. Каждый имеет семя. The woman's seed was семя жены – это, помните кто? He was the one that bruised the head of тот, the what? Тот, который поразил в голову the head of кого? Семя змея. All right. This is the first promise of the coming of a Messiah. Это первое обещание пришествия Мессии, пришествия Иисуса Христа, Сына Божия. Okay, excuse me, I ran out. Wait a minute, he's got to fix my battery. Секундочку, у меня села батарейка. Только батарейка, но не она.
Муцумеск, yes. Yes. На румынском языке муцумеск означает спасибо. Okay. So when the fall of man happened, поэтому, когда происходит падение человека, God had a redeemer. Бог уже приготовил искупителя. And gave us the promise. И дал нам обещание. Of the coming of Messiah. О пришествии Мессии. The one who would crush the head of the serpent. Тот, который разобьет голову семени змея. So we have creation. Поэтому у нас есть творение. We have помните? What? Второе, что у нас было? The fall of падение. Man. Thank you. But in the fall of man, we have the promise. Но в падении человека у нас появляется обещание Божье. That is the gospel. Вот это Евангелие. That is the good news. Хорошая весть от Бога. That Jesus would come. Что Иисус придет. That he who knew no sin would be made sin for us. Тот, который не знал греха, станет грехом за нас. That he would pay for our sins in full. Он заплатит сполна за все наши грехи. And that through faith in him we could have eternal life. И через веру в него мы получаем жизнь вечную. If you do not believe, who's your father? Если ты не веришь, то кто является твоим отцом? Who's your father? If скажите, you do not кто? Believe. Если вы не верите. The devil is. Дьявол. Who is the devil? Кто дьявол? He's a murderer from the beginning. Убийца от начала. He does not abide in the truth. Он не пребывает в истине. He is the father of lies. Он отец всякой лжи. So all of mankind falls into one of two categories. Поэтому все человечество попадает под одну или другую категорию. Those who believe in the seed of the woman, те, которые доверились семени жены Иисусу, or those who reject him, или те, которые отвергли его, and are like Cain, и они тогда как Каин, whose father is the devil. Чьим отцом был и есть дьявол. Thank you. Спасибо. All right, now. Will this show up in Esther? I want you to look Вопрос, as you do your study. Увидим ли мы это в книге Исфирь? Я хочу, чтобы вы над этим понаблюдали и заметили, когда вы будете изучать эту книгу. All right. So we have creation. Итак, у нас есть творение. We have the fall. У нас есть падение. Right. And then we have the what? И потом у нас есть, помните, буль-буль-буль-буль-буль, потоп. Okay, so let's go to Genesis chapter 6. Итак, Бытие, шестая глава. In Genesis chapter 6, Бытие 6, we have the status of mankind. Здесь описано состояние человечества. In Genesis chapter 6, в шестой главе Бытие, God says he saw the wickedness, verse 5, of man was great on the earth. В пятом стихе говорится, что увидел Господь, как велико развращение человеков на земле. That every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Все мысли и все помышления, желания сердца их были зло во всякое время. And the Lord was very sorry that he had made man on the earth. Шестой стих говорит, Бог раскаялся, Богу стало печально, что он сотворил человека. He was grieved in his heart. Бог в своем сердце очень опечалился. Sin grieves the heart of God. Друзья, грех приносит печаль сердцу Божьему. And this is what he says. И вот что он говорит. I will blot, verse 7, man. Седьмой стих. I will blot out man whom I've created from the face of this earth. Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. I am sorry that I have made them. Ибо я раскаялся, что создал их. But Noah found favor in the eyes of God. Ной же обрел благодать или благорасположение в очах Божьих. So God has Noah build an ark. И поэтому Бог приводит Ноя к тому, чтобы он строил этот ковчег. Now Noah, he built him an arky, arky, Noah, he вот built Ной him an построил, arky, arky, построил out ковчег. Of gopher, barky, barky, children of the Lord. Да. Sorry, that's a song we sing in America. Это в Америке мы поем. So Noah built an ark. Итак, Ной построил этот ковчег. And he brought Noah.
И Бог взял Ноя and his family into the и его семью завел в этот ковчег. And then God sent a, и тогда Бог послал a flood. Дождь, so поток. We have gone from creation, так что do it with me, creation, мы, повторяйте со мной, творение fall, было, падение, blub, flood, а потом потоп, буль-буль-буль-буль-буль. Но God saved Noah, Бог спас and Mrs. Noah, Ноя, и вот Ной, and Shem, Сим, Хам, and Japheth. And Mrs. Shem, и вот он, Сим, and Mrs. Ham, это Хам, and Mrs. Japheth, и вот Яфет. Because all of the nations would come from either Shem, Ham, or Japheth. Потому что все нации потом произошли или от Сима, или от Хама, или от Яфета. So every nation that you read about так in the Bible, каждая нация, которая упоминается в Библии, о которой вы прочитаете, can trace itself back, может свою родословную прокрутить назад to either Shem, к Симу, Ham, Хаму, or Japheth. Или Яфету. You can trace your genealogy back to one of those. Ты, может быть, можешь тоже прокрутить свою родословную до этих трех людей. All right. Now go to Genesis chapter 12. Сейчас переходим к Бытие, глава 12. And you have done well, and I'm sorry I did not do better. You can tell them that. Вы молодцы. Вы справляетесь хорошо, исправляетесь лучше меня, так что простите меня, я стараюсь тоже как-то не отставать от вас. So from Shem, итак, от Сима and Ham, и Хама and Japheth, и Яфета come all mankind. Произошли все люди, все человечество. And from Shem, и от Сима, и это слово вот okay. На английском звучит не Сим, а Сем, right. Шем, so from Shem через букву Е comes Abraham. Происходит Авраам. All right. And you see that in Genesis chapter 11, в Бытие, in verses 10, on down to the end of the chapter, verses 12. В Бытие, 32, I mean 10 to 32. 11. Genesis 11, 10 to 32. I'm sorry, I said 12. Бытие, 11 глава, конец этой главы, до конца главы, рассказывает вам о родословной Авраама. Поэтому мы начинаем с Бытие, 11 глава, 10 стих. Здесь сказано, вот родословие Сима. Okay. So what happens? И что происходит дальше? I'm going to let him be Abraham. We'll go back to пусть the он будет Авраамом, мы пойдем на сцену. Okay. So God says, итак, Бог говорит, and this is Abraham, это Авраам, he says, go forth from your country, Бог говорит, выйди из твоей страны, 12 глава, первый стих, из твоего родства, to a land I will show you, из, да, в землю, которую я укажу тебе. And I will make of you и я из тебя a great nation. Произведу великий народ или великую нацию. I will bless you. Я благословлю тебя. I will make your name great. Я возвеличу имя твое. And you shall be a blessing. И ты будешь в благословении. Now listen carefully. Послушайте внимательно. Verse 3. Третий стих. I will bless those who bless you. Я благословлю тех, кто благословят тебя. I will curse those who curse you. И я прокляну тех, кто проклянут тебя. In you, in и Abraham, ты, Авраам, all the nations of the earth will be blessed. И в тебе будут благословлены все нации народа. And so here is what they call the Abrahamic covenant. И здесь происходит то, что мы называем заветом с Авраамом. And in Genesis chapter 12 we have this promise. В Бытие у нас есть обещание, которое Бог дает. 12 глава. When you look at the genealogy of Jesus. И когда вы смотрите на родословную Иисуса Христа, what nation will the woman's seed come from? Из какой нации, из какого народа произойдет это семя жены?
Look at Genesis chapter, I mean, look at Matthew chapter 1, verse 1. Матфея, 1 глава, 1 стих. Евангелие от Матфея 1:1. The record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the promised one. Родословие Иисуса Христа. Христа значит Мессии. The son of David. Сына Давидова. The son of Abraham. Сына Авраамова. Abraham was the father of. Авраам был отцом. Who's that? Кто это? Исаак. Isaac, yes. All right, the son of Isaac. And Jacob was the father of. I'm sorry. It says, and Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of who? И Исаак был отцом кого? Посмотрите. Jacob, the heel grabber. Тот, который схватил своего брата за пяту. And Jacob was the father of. И Яков был отцом Иуды. So what you have is you have the genealogy of the seed of the woman. Вот здесь описывается родословная семени жены. This is the one from whom will come the Messiah. Это тот, от которого произойдет потом Мессия. Who will crush the head of the serpent. Который разобьет голову этому змею. And who will give us forgiveness of sins. И который принесет нам прощение грехов. All right, now where does all of this fit in the book of Esther? Как это вписывается в книгу Эсфир? We're going to see that as we go along. Мы увидим это в продолжении нашего изучения. All right, so let's stand to our feet. Поэтому давайте встанем сейчас. And let's do the book of Genesis. И давайте сейчас порепетируем книгу Бытие. Okay. Берешит. Берешит. Say it. Берешит. Скажите. Берешит. The beginnings. Начало. Four events. Четыре события. Creation. Творение. Fall. Падение. Буль-буль-буль-буль, потоп. Nations. Потом нации. Shem. Сим. Abraham. Хам. And Jacob. И Иофет. From Shem comes who? И от Сима кто происходит? From Shem comes Abraham. Abraham. And from Abraham comes. От Авраама приходит. From Abraham comes who? От Авраама происходит потом. Jesus. Иисус. Who is? Который. The seed of the woman. Является семенем жены. Who crushes? Который разбивает. The head of the serpent. Голову вот этому змею. And who brings us the glorious good news? И который приносит нам эту славную весть Евангелия. And commands us. И повелевает нам. To go into the whole world. Пойти на весь мир. And to share the gospel of Jesus Christ. И поделиться со всеми с Евангелием Господа нашего Иисуса Христа. You can be free from sin. Ты можешь быть свободен от греха. You do not have to be a slave to sin. И тебе не нужно больше быть в рабстве греха. If you will believe in Jesus. Если ты только поверишь в Иисуса. Then the Son shall set you free. То тогда этот Сын освободит тебя. And you shall be free indeed. И ты будешь свободен поистине. The gospel is this. Евангелие состоит в том, что Иисус умер за наши грехи. According to the gospel. По Писанию. He was buried. Он был погребен. But he was raised from the dead. Death could not hold him. Из мертвых это наша надежда. Because he who knew no sin он, was made to be sin for греха, you and me. Стал грехом за нас. And where there is forgiveness of sins. И там где прощение listen грехов. Carefully. Послушайте. There is no more remembrance of sin. Там больше нет упоминания о грехе. The former things will pass away. Потому что древнее пройдет. And all things will become new. И все теперь новое. And when you come to believe in Jesus, и когда ты приходишь к вере в Иисуса, to receive Jesus, и ты принимаешь Иисуса как своего Спасителя, you will be free indeed. Ты будешь освобожден по-настоящему. And you will live forever and ever. И ты будешь жить вовеки, вовеки и вовеки веков. In the presence of Almighty God. В присутствии нашего великого Бога. Do you believe this? Веришь ли ты в это? It is written in God's word. Это написано в Слове Божьем. And God watches over His word to perform it. И Бог наблюдает за каждым своим словом, чтобы исполнилось абсолютно все.
See if you can see that in the book of Esther. Вот когда будем изучать книгу Эсфирь, наблюдай за этим, как это будет исполняться. As you move further in that book. Когда ты будешь изучать главу за главой в этой книге. Father, thank you. Отец, благодарим тебя. For truth. За твою истину. Thank you that you tell us that you will know the truth. Благодарим, Господи, тебя за то, что ты обещаешь нам, что мы познаем истину. And the truth will set us free. И истина сделает нас свободными. Thank you so very much. Спасибо, Господи, тебе огромное. That Jesus is the way. За то, что Иисус является путем. The only way to you. Единственным путем к тебе. That he is the truth. За то, что он есть истина. And that he is the life. И он наша жизнь. And that those who believe in him. И все, кто верят в него. Will never perish. Никогда не погибнут. But will have everlasting life. Но будут обладать жизнью вечной. Oh Father, we thank you, we praise you. О Отец, мы благодарим тебя и мы славим тебя. For these in your book are the words of life. Потому что эти слова из твоей книги это слова жизни. Now to you be praise. Тебе, Господи, да будет вся слава, honor, честь, glory, и прославление, and dominion, и Твое владычество forever and ever. Во веки и во веки. And all God's people и все said, люди Божьи сказали Amen. Аминь. Thank you so much. Спасибо. Thank you.